Ситуация с инвалидами вроде бы понемногу улучшается. И ну, давайте вспомним, как образцово-показательно отстроили Олимпийский Сочи, да, для того, чтобы это был город равных возможностей. Жаль только, что совершенно очевидно, это такая именно витрина, да, чтобы продемонстрировать в первую очередь приехавшим западным товарищам то, что у нас забота об инвалидах имеется и усиливается. Тем не менее, очень хочется надеяться, что какие-то благие перемены произойдут и в других городах, потому что, конечно, сейчас человеку в коляске жить в России и работать, тем более, очень неудобно. Это очень жалко и, конечно, особенно поразительно на этом фоне поразительны достижения нашей паралимпийской сборной. Вот этому я поражаюсь всегда. То есть, все-таки очевидно, чем в России человеку хуже, тем он добивается большего. Вот наша сборная паралимпийская, понятно, лучшая в мире сборная страны, в которой положение инвалидов чуть ли не худшее в мире. Вот это поразительно совершенно. Ну, дай бог этим людям мужества и здоровья.